Газета «Зори» отметила 90-летний юбилей. Торжественное мероприятие, посвященное дню рождения старейшего издания района, прошло 6 августа в Северском доме культуры. Всех гостей праздника в фойе встретили выставка из газет разных лет и фотографий, и нарядная фотозона. Участие в торжестве приняли глава муниципалитета Адан Джерим и его заместители, председатель совета Владимир Захарченко, главы поселения и руководители служб, сотрудники и ветераны редакции, друзья и партнеры газеты. В этот день прозвучало много пожеланий. Процветания, хороших и долгих лет работы, здоровья и удачи коллективу. 90 лет. Много или мало? И не мало, и не много. Через какие перипетии прошла газета, редакция? И война была, и восстановление, мирное время. Я желаю вам, чтобы в коллективе была здоровая атмосфера. Будет здоровая атмосфера, и интересная газета будет. Желаю, чтобы писали объективно, честно, и чтобы она была читаема. Газета «Зори» была создана 1 августа 1931 года. За многие годы работы «Зори» удостоена большого количества журналистских наград. Выросло не одно поколение как журналистов, так и читателей. Каждый видит то, что хочет увидеть. А вы всегда видите больше добра. Вы всегда даже критику делаете по-доброму чиновникам. Напоминаете, о ком они забыли. И что надо сделать? Без зла подобного. Сотрудники редакции – настоящие профессионалы своего дела. За добросовестный труд и вклад в развитие Северского района журналистов, операторов верстки, редакторов и ветеранов газеты наградили нагрудными знаками и почетными грамотами администрации муниципалитета. Торжество посетила председатель Союза журналистов Кубани Диана Горбань. Она вручила благодарность краевого отделения корреспонденту Оксане Драч и членский билет Союза журналистов России фотокорреспонденту Андрею Вискушенко. Только «Зори» сегодня рассказывают о людях. Никто больше. Только «Зори» пишут, а те, кто рядом с нами, о нас самих, о наших проблемах и потребностях. Уважаемые коллеги, искренне поздравляю вас с юбилеем. Пусть ваших сил, нервов, возможностей хватит еще на 90 лет. Пусть газета живет и процветает. Еще ярче юбилей сделали выступления районных артистов. Их красочные номера стали подарком для всех гостей торжества.